Наверное, вы пришли сюда узнать о таком тренде, как софт-маркетинг, да, и о такой компании, как DuoLife. И сегодня я постараюсь вам раскрыть эту тему и рассказать, что же такое софт-маркетинг. Маркетинг – это такое, знаете, что-то объединенное, да, объединенное понятие для продвижения. Так, кто-то пишет, что нет звука. Ребят, напишите еще раз, есть звук или нет звука. Если есть, ставьте плюсик. У кого нет звука? Потому что мне пришли, что нет звука. Ну, у кого нет звука, наверное, попробуйте зайти с другого браузера. Скорее всего, это проблема с вашей стороны. Да, есть звуки. Работаем дальше, да? Конечно, перед любой презентацией, как, наверное, любой спикер, я должен был рассказать о чем-то плохом, и вы должны, наверное, подумать, ой, как же решить эту проблему. Но я думаю, если вы пришли сюда на этот вебинар, вы, наверное, мотивация, вы знаете, чего что-то менять в жизни, и, наверное, у вас есть какие-то вещи, о которых вы мечтаете. Да? Для кого-то мотивация путешествовать, для кого-то мотивация денег больше заработать, кто-то больше своим детям. Да, может помочь родителям, может быть, помочь другим людям, некоторые хотят помочь животным и так далее. И, конечно, эта мотивация, как правило, она у каждого своя, но есть какие-то общие такие вещи, которые нужны всем. Но самое главное, что если у вас не будет здоровья, то вы не сможете помочь никому. Как сказал когда-то один очень мудрый человек, что здоровье, оно ничего не стоит, если оно есть. Но когда его нет, вы готовы отдать любые деньги, чтобы его получить. Эта фраза действительно говорит очень многое, и она очень глубокая, я ее запомнил. И, конечно, в наше время здоровье, все чаще и чаще люди о нем задумываются. Сейчас это тренд. Потому что есть, мы живем в современном мире, и все понимают, что то питание, которое мы питаемся, в темпе жизненном зачастую не соответствует как раз, ну, нашим потребностям.
Раз, два, три, ребят, если слышно, поставьте плюсик, что-то у меня тут выбросило с интернета. Я первый раз вещаю в этой комнате. Есть. Ну, тогда, я думаю, мы можем продолжать. Да, я закончил на том, что у нас проблемы цивилизации, да, это неправильное питание, химия в еде и ежедневный стресс, это то, что приводит к очень серьезным проблемам, и загрязнение окружающей среды, все мы это знаем, все мы прекрасно это понимаем, да, и, конечно, вот такие вещи иногда мы не понимаем, о том, что у более чем 90% людей могут быть паразиты. Да, здесь, конечно, жуткий слайд, у меня обычно супруга просит переключить его как можно скорее, но это правда. Человек состоит из триллиона клеток, да, и эти клетки меняются, клетки разных тканей меняются по-разному, да, и самые старые клетки, как правило, они не более чем 7 лет, да, в нашем организме. Поэтому мы вправе выбирать, чем мы питаемся и какие клетки будут через 7 лет. Да, и здесь вот классная картинка, когда посмотреть, из чего мы состоим, да, то это можно сравнить с домом. Когда мы строим дом, мы закладываем фундамент, мы строим крышу, стены, двери и так далее. То же самое наш организм. И я хочу вам показать такие исследования, которые проводились в разные годы. И если сравнить содержание питательных веществ в разных продуктах, которыми мы питаемся, то в 1985 году это было значительно больше полезных веществ, чем это, допустим, в 2002 году. Если посмотреть в 2015 году, то я, честно говоря, не знаю это исследование. Если они, но тенденцию, я думаю, вы наблюдаете, она не очень приятная. И, конечно, это все связано с почвой, да, и есть исследования, которые говорят о том, что в почвах все меньше и меньше процентов было заболеваний, да, нашего 21 века, то есть это сердечно-сосудистая система и рак, да, то в 2011 это уже 74 проблема, и это данные Всемирной ассоциации организации здравоохранения. Ну, если проследить, да, то тенденция очень ясна и понятна. Чем меньше содержание полезных веществ в наших продуктах, тем больше связан. У нас есть выбор всегда, и этот выбор только за нами, и если человек становится осознанным, то он понимает, чем ему лучше питаться, что у него будет в тарелке, и каким образом должен проходить его день. И состояние, которое, ну, наше, скажем так, жизненное состояние, оно из таких очень простых вещей состоит, то есть чтобы чувствовать хорошо, нужно просто сознательно питаться. Конечно, совсем люди, все мы иногда спешим, и нам нужно где-то что-то перекусить в каком-то фастфуде, ну, по-другому, наверное, никак. Так, да, но очень важно это понимать, осознанно, да, питаться. Релакс, что стрессы нас преследуют, это очень плохо, пагубно влияет на наше здоровье. Физическая активность – это то, что сейчас уже многие понимают, да, сейчас это становится трендом. Все начинают бегать марафоны, все начинают, хотя, опять же, это не для Так, что же подвисает? Так, ребят, я надеюсь, меня слышно. Слышно? Еще один врач говорит о приеме, необходимости
БАДов, да, то есть для нас более это БАДы, это биологически активные добавки, которые помогают нам чувствовать себя хорошо, наладить процессы в организме и так далее. И, конечно, высказывание, которое сказал Гиппократ, но сейчас многие врачи его знают, пусть пища будет твоим лекарством или пищей. Закончу, наверное, сводной частью. Сегодня все пришли, чтобы узнать о компании. Это компания, с которой мы сотрудничаем уже больше месяца. Для нас это было открытие. Мы много изучали. Нас убили от компании. Странно, интернет вроде как у меня хороший, но почему? Кто постоянно хочет выключить. Я выключу, буду говорить в микрофон. Собственно, о DoLife. Да, это компания, с которой мы разбирались, и мы видим здесь большую перспективу, да, большой тренд. В этом офисе, вот, собственно, здесь вы видите офис компании. В этом офисе мы были с супругой. Перед тем, как принять решение, нам было важно пообщаться с руководством, побывать в офисе, увидеть, как работает процесс обучение партнеров, и, собственно, мы поехали в Польшу для того, чтобы это глазами. Новая фабрика, да, то есть это серьезные инвестиции, серьезные сертификаты качества, управленцы, которые имеют огромный опыт в разных сферах и в бизнесе, и в управлении крупными компаниями, и некоторые из них, скажем так, имеют огромный опыт с серьезными такими микропорациями, поэтому это люди, с которыми мы лично познакомились, и самое главное, что это люди, которые приезжают на события, и вы можете с ними точно так же пообщаться, позадавать им вопросы, некоторые из них даже у нас будут в Украине. Научный совет под эгидой доктора Карча, некоторые из вас его знают лично, потому что он приезжал в Украину недавно. Многие из вас еще с ним познакомятся. Когда мы были в Польше, там представляли еще несколько новых членов Совета научного. То есть это очень серьезная такая организация. Допустим, Петр Кардаш, он более чем 25 лет занимается как раз биологически активными добавками, как раз питанием. Ну, то есть это человек, который имеет огромнейший опыт в этом деле. И есть такие 5 уникальных факторов, которые характеризуют продукты DoLife. Первый из них – это ноль консервантов. Когда мы услышали впервые, я подумал, что-то здесь не то. Если это натуральный продукт, как может быть ноль консервантов? Но когда мы начали изучать, я в интернете искал много информации, мы поняли, что действительно есть, ну, скажем так, есть процесс такой, который называется паскализация, да, это вот 4-е правило. Благодаря паскализации в жидкой форме можно достичь того, что если продукт запечатан в бутылке, да, то он может храниться более 2 лет. Да, когда ты его открываешь, он хранится уже около месяца. Да, и за счет этого продукты действительно хранятся. Это ноль ГМО, это стеклянная упаковка, то есть все жидкие продукты, а компания начинала именно с жидких продуктов, они как раз стеклянные упаковки, то есть это премиум сегмент. И только целостные ингредиенты, то есть это полностью вся цепочка не только витаминов, а и микро- и макроэлементов. То есть, как правило, эти продукты, они работают все вместе. Да, такие, какие они есть и природе. Вот. Очень много наград, я не буду сейчас на них останавливаться, есть очень серьезные сертификаты. Недавно DoLife получила сертификат FDA, это сертификат, который нужен как раз для продажи в Америке. Сейчас DoLife идет в разные страны, понятно, что получают сертификаты в разных странах. Точно так же в нашей стране буквально в этом году уже будут официальные запуски, будут сертификаты наши, украинские, точно так же и российские и так далее. Если вам интересно, можете ознакомиться с этими сертификатами, посмотреть. Мы были в офисе, много всего видели, этих всех наград, которые DoLife получал.
Продукты DoLife. Здесь, конечно, вам я не смогу расширенную какую-то дать информацию. У нас есть в четверг отдельный вебинар, который посвящен продуктам DoLife. И на этом вебинаре вы сможете более подробно ознакомиться. Но я постараюсь так очень бегло пролистать и вводную какую-то информацию вам дать. Первый продукт это был DoLife день и ночь. Это, вы знаете, такой своего рода уникальный продукт, потому что я, допустим, не слышал до DoLife, чтобы кто-то сделал такое разделение. Потому что, по большому счету, продукты, которые нам нужны днем, они отличаются от тех, которые нам нужны перед сном, вечером. Да? И DoLife сделала вот такое вот разделение, то есть есть день, это своего рода микс, да, то есть такой сок, коктейль, я бы сказал, который мешается. Но состоит из нескольких ингредиентов. Я говорю как бармен, потому что я профессиональный бармен много лет, и я знаю, что такое коктейль, да. Здесь много составляющих: нони, асаи, гранат, клюква, малина, облепиха, шиповник и так далее. И основная как бы идея этого продукта, что вы выпиваете его утром для того, чтобы получить заряд бодрости, энергию на весь день. И вот уже по отзывам наших партнеров мы видим, как этот продукт работает. Те люди, которые раньше не могли обойтись без чашки кофе, сейчас через неделю уже потребления продукта, они себя комфортно чувствуют даже без кофе. Вот. Следующий продукт – это ночь. Это продукт, который пьется вечером для того, чтобы, наоборот, уйти ко сну, расслабить свой организм, да, успокоиться, быстрее уснуть и быстрее выспаться. Да. И по отзывам партнеров, многие люди высыпаются действительно быстрее, утром просыпаются бодрее значительно, и это им помогает чувствовать себя весь день очень хорошо. Эти два продукта, они работают в комплексе, поэтому их нужно покупать день и ночь. Да, эти два продукта самые дорогие в компании, она с них начинала. И эти два продукта компания презентует везде, и даже когда вы покупаете Mercedes в Польше, то вам компания Mercedes подарит вот такие подарочные упаковки день и ночь. Это все вы можете найти в Фейсбуке. Кому интересно, сброшу видеоролик. Вы сможете увидеть, что в салоне Mercedes, это я наперед забегаю, есть стойка DoLife. Вита-С – это витамин С в жидкой форме. Единственный натуральный витамин С в жидкой форме, который есть на рынке. Это полезный продукт, особенно вот сейчас начинается холода, начинается время, когда нужно иммунную систему подкреплять. Парафил – это тоже очень такой известный продукт. Люди многие знают про него, потому что это хлорофилл дает энергию, и он отличается от крови лишь буквально от одной составляющей. Да? Там железо, там магний. И компания DoLife проводит такую акцию, называется «Моя кровь», и там участвуют порядка 50 звезд. Это звезды, известные в разных сферах в Польше. И «Моя кровь» означает, что любой партнер, любой человек, вернее, должен понимать, что каждые 15 секунд требуется донорская кровь. Многие люди даже не знают свою группу крови, и здесь вот DoLife сделал такие красивые красные бутылки с разными группами крови, и это такая общественная акция, много людей в ней участвовали. Поэтому это все, есть отдельный сайт, можно все в интернете посмотреть. Алоэ. Алоэ – это очень такой классный продукт, мы с ним близко знакомы. Мы знаем, что такое алоэ, и здесь есть сок алоэ в стеклянной упаковке, да, и он выводит токсины, он укрепляет иммунитет, он, ну, скажем так, дает влагу, он помогает очистить сосуды и так далее. То есть это очень классный продукт, с ним легко работать, многие люди понимают. Коллаген – это вообще продукт, которым можно было построить, наверное, отдельный бизнес. Потому что вот сейчас, когда мы общаемся, показываем бутылку коллагена, особенно женщинам, которым за 30, все прям хотят его купить. И, честно говоря, когда мы приходили, у нас были определенные сомнения, будут ли люди это покупать, интересно это или нет. Но очень быстро мы нашли людей, которым интересен продукт. Это еще раз нас подвело к тому, что мы сделали правильный выбор. Скажите, пожалуйста, поставьте плюсик, если вы меня слышите и вы здесь со мной. Плюсики хочу ваши видеть, я не хочу, чтобы вы прям много писали, хотя бы поставьте плюсик, потому что есть, да, потому что я вещаю, у меня тут что-то вот происходит с интернетом. Поехали дальше, я постараюсь ускориться. Borealis Pro – это продукт, который нужен для, ну, скажем так, вывести паразиты, как раз те вот глисты, которые я показывал, и грибы, и вирусы. Это продукт, который нужен для
аллергетиков, у тех людей, у которых есть проблемы там с кожей и так далее. То есть это для очистки, да, такой противопаразитарный, можно сказать, препарат. Простик – это продукт, который нужен многим людям, у которых есть проблемы с суставами, с позвоночником. Есть прослимер, тут уже понятно даже самого названия, он помогает людям сбросить лишний вес. Конечно, если вы будете при этом еще правильно питаться, да, наладите свой водный баланс, ну и, конечно, физическую нагрузку. То есть это не ждите какого-то результата, если вы будете кушать Макдональдс, кушать прослимер, что вы будете сбрасывать там, ничего не меняя. Да, это может помочь, но это в любом случае нужно как-то адекватно оценивать ситуацию. Проселект – это помогает даже с раковыми опухолями, печень, иммунитет. Здесь есть очень такие полезные экстракты. Кому интересно, вы можете, у нас есть чат по здоровью, вы можете задать эти вопросы, если какие-то у вас есть конкретные вопросы или у ваших знакомых, вы можете позадавать в этом чате. Про кардиолу, я думаю, тут понятно, да, для сердца, сосудов. Про релаксин, вот вы знаете, как-то моя жена начала пить, и я говорю, наверное, это продукт, который нужен всем женщинам. Буквально в первый день, может, как-то сработало плацебо, но как-то в первый день мы ехали как раз на турбазу, может, сработало это, что мы ехали отдыхать. Она говорит, какая-то, ну, я прям, ну, очень спокойная и чувствую себя как-то так счастливо и все хорошо. Может быть, это сработал пролилаксин, может быть, действительно, как-то какой-то эффект плацебо. Это ощелачивание организма, вывод токсинов, оксид про мигрены, я думаю, тут тоже понятно, да, у меня... У моей супруги и матери постоянно много лет она мучается с мигренями очень сильными, особенно там перепады погоды, давления и так далее. И вот сейчас она пьет продукт, не знаю, мы еще не будем загадывать, потому что не так давно она его начала пить, но каких-то серьезных таких мигрений, как раньше, там на 3 дня у нее уже нет. Посмотрим, что будет дальше. Это для нормализации холестерина в крови. Про шугар для людей, у которых проблема с сахаром в крови, как раз для диабетиков разных, скажем так, разных типов. Ну, продукты есть, я вам немножко позже расскажу еще о другой серии продуктов. Самое, ну, для меня лично было впечатлительным, что это официальные БАДы футбольной команды, даже нескольких футбольных команд в Польше. Да, и это не просто какие-то дворовые команды, это серьезные команды, которые играют в серьезных соревнованиях, да, это официальные БАДы польской ассоциации карате, польской сборной по джиу-джитсу, и, честно скажу, я, когда видел эту информацию, я немножко сомневался, но затем я все проверил, и вам рекомендую все проверить, все, о чем я говорю, нужно проверять. Официальные БАДы польской федерации танца, да, и вы знаете, когда я открыл вот эту картинку, рекомендации спортсменов, и здесь, оказывается, есть мой знакомый, с которым мы в 2005 году участвовали в конкурсе по флэрингу, это жонглирование бутылками. И, наверное, благодаря этому знакомому я как-то немножко больше углубился. Я зашел на Facebook, посмотрел, действительно, он есть с этими бутылками, он есть в этих футболках. И, то есть для меня это дало еще раз какую-то мотивацию, что это действительно все правда. Ну, потом дальше, конечно, я сам начал разбираться. СМИ Adua Life, много информации есть в журналах в разных, в различных изданиях, есть группы на Фейсбуке, где вы можете тоже это найти, в Гугле. Русскоязычной информации пока мало, но на польском языке очень много. Adua Life официальный партнер Mercedes-Benz, я думаю, вы понимаете, что Mercedes не будет партнироваться с какими-то, ну, несерьезными компаниями. Это тоже проверяйте. Живи осознанно – это такая социальная компания, которая под эгидой Петра Кардаша во многих странах Европы она проводит, эта ассоциация проводит такие лекции для того, чтобы люди понимали, чем они питаются, как они живут, чтобы становились более осознанными. Такая лекция была недавно в Киеве, это было первое такое мероприятие, приезжал Петр Кардаш, и были прям, ну, очень много людей остались под большим впечатлением. Больше информации вы сможете узнать на официальном сайте dualife.eu, это официальный сайт в Фейсбуке, и на официальном YouTube-канале. Там все на польском языке, но уже начинает появляться информация на русском языке. Финансовые возможности. Да, это вторая часть нашего вебинара. И я постараюсь очень быстро рассказать о возможностях, что из себя представляет софт-маркетинг.
Ну, первое, конечно, тут нужно перед тем, как в чем-либо разбираться, нужно понять и вообще определить свою точку А, как говорится, да. То есть, если вы понимаете свою точку А, то есть в какой ситуации вы сейчас находитесь, и вы поймете, что вам нужно что-то менять, тогда вы готовы будете разбираться. Если вы сидите в зоне комфорта и не видите проблем никаких, то, скорее всего, вам этот вебинар никак не поможет, и, скорее всего, после этого вебинара вас, ну, ничего, скажем так, не останется. Ничто вас не зацепит. Вот. Я в начале вебинара говорил о том, что у каждого своя мотивация, у каждого своя мечта. Кто-то хочет автомобиль, кто-то дом, кто-то путешествовать, а кто-то помочь своим близким, может быть, семью свою поставить на ноги. Но для этого есть много разных инструментов, да. И самый популярный инструмент это, конечно же, ходить на работу, да, то есть работать по контракту. Большинство людей, в принципе, этим занимаются. Ничего в этом плохого нет. Поставьте, пожалуйста, единичку, если вы работаете на кого-то. Я сразу вам скажу, я не из тех спикеров, которые сразу скажут, ой, ты лузер, ты работаешь на кого-то. Нет, ничего плохого в этом нет. Это хороший способ заработка, хороший способ продать свои знания, свои умения. И здесь никто не ходит на работу, да? А, есть. Это нормально абсолютно, просто есть определенные ограничения, да? И есть и плюсы, и минусы. Есть и большой плюс, что, как правило, если ты работаешь на кого-то, у тебя не так много ответственности, да, если ты не работаешь на каких-то руководящих должностях. Да, у тебя есть стабильная зарплата, у тебя есть стабильный заработок, отпуск, как правило. Вот. Есть люди, которые хотят большего, да, но тут есть ограничения определенные, как правило, по доходу, да. Вот они идут в корпорацию, они хотят достичь какого-то карьерного роста, стать там менеджером, директором и так далее, управляющим. Здесь тоже есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот. Есть люди, которые хотят организовать свой бизнес, и это действительно классная возможность выйти на абсолютно другой уровень. Но, как говорит статистика, что 95% бизнесов закрывается первые 5 лет. И понятно, что это огромная ответственность, огромные риски. Ну и не каждый человек, далеко не каждый, как правило, таких не более 10%, которые готовы брать на себя эту ответственность и эти риски. И это абсолютно нормально, каждому, как говорится, свое. Сетевой маркетинг – это то, что помогает людям что-то среднее между работой, допустим, корпорацией и бизнесом, да, то есть сетевой маркетинг позволяет начать свой бизнес без каких-то серьезных вложений и без такой серьезной ответственности, да, то есть у вас не будет таких рисков. В сетевом маркетинге, скорее всего, вы не потеряете там серьезные деньги, если вы, конечно, с умом это будете делать, если вы будете выбирать нормальную компанию, не какие-то там сомнительные схемы. Вот. А софт-маркетинг – это что-то, то, что объединило все, да, вот есть франшиза, это, да, это, грубо говоря, бизнес с четкими правилами, да, и здесь уже более предсказуемо, что вы добьетесь каких-то результатов. Но софт-маркетинг – это что-то, то, что объединило все вместе, и это, я сначала думал, в чем же отличие от сетевого маркетинга, да, но потом понял, что так как у нас был опыт в сетевом маркетинге, в сетевом маркетинге есть очень серьезные ограничения. Да, и компания, как правило, вас ограничивает очень здорово. И эти ограничения DoLife постаралась снять по максимуму. DoLife не запрещает вам продавать продукты где-то в магазине, да, или где-то в фитнес-клубе. Это только, как правило, сетевые компании запрещают. Не как правило, они всегда запрещают. Да, DoLife делает большую часть работы за вас. Да, то, что обычно в сетевых компаниях нужно делать дистрибьютором. Вот, и так далее. То есть есть очень много таких вещей, которые не сразу понятные, они не сразу на виду, но они действительно со временем ты понимаешь, насколько это важно, насколько отличает. В основе софт-маркетинга три фактора, три кита. Первый фактор – это личностное развитие. DoLife уверены, что без личностного развития, и я поддерживаю, не может быть какого-то серьезного роста. Да, то есть на это здесь тратится большое внимание, да, большое количество средств, и DoLife работает с серьезными организациями, серьезными тренерами личностного роста, и нам посчастливилось быть на таком мероприятии. Чуть позже я вам расскажу, что я имею в виду. Второй кит – это здоровье, да, это то, что сейчас действительно многие люди осознают, и это тренд. На здоровье можно заработать хорошие деньги, и это как раз третий кит – это финансовые возможности. А что предлагает DoLife, да? А вы можете быть просто потребителем. То есть вы можете потреблять продукты DoLife, о которых я говорил, и компания постоянно расширяет ассортимент, и она сейчас добавляет новые продукты. Вы можете стать членом клуба и
покупать эти продукты по скидочной, скажем так, программе. У вас будут определенные бонусы. Через какое-то время вы сможете получать этот продукт, в принципе, бесплатно, да, если вы будете рекомендовать его дальше. Ну и, в принципе, через какое-то время вы можете получить какой-то дополнительный доход. Третье, вы можете стать предпринимателем, да, если вы возьмете эту концепцию за основу и будете целенаправленно работать с этим. И, конечно, это основное. Сейчас основное количество людей приходят, потому что они видят возможности, да, предпринимателя. Но нам было очень приятно, когда мы пообщались с первым там, десятком людей, и многим людям интересен именно этот продукт. Вот. Собственно, о продукте, о ценах, да, то, что люди многие спрашивают. Есть несколько категорий. Вот, допустим, цена для членов клуба. Да, вот зеленым выделена она, да. День и ночь стоит $62. Да, это самый дорогой топовый продукт, две бутылки стоят $62. Остальные продукты, кроме гена, стоят $15. Да, то есть витамин С, алоэ, боррелиус, про, и те продукты, о которых я говорил, они стоят $19. Если вы эти продукты продаете в рознице кому-то, да, то вы можете заработать там 30, 40, 45% на галогене, да? То есть в калоге цена дороже, чем ваша. Оптовая цена зависит от количество, что значит оптовое? Если вы, у вас, допустим, свой магазин, да, или вы поставили эти продукты в фитнес-клуб, то здесь все зависит от количества, от оборота, который вы будете делать, руки и так далее. То есть здесь есть отдельные договора на сайте компании, вы можете ознакомиться с ними для таких вот предпринимателей. Какие есть пакеты, стартовые пакеты, да? Первые стартовые пакеты, их, ну, можно сказать так, клиентские называют. Они позволяют вам стать членом клуба, но они не такие выгодные, допустим, как бизнесовые, да? То есть вы можете купить себе день и ночь за $92, да, то есть по розничной цене. Но следующие все ваши покупки, они будут уже по цене клуба. Вы можете выбрать пакет Mix, да, там будет 6 свободно выбранных продуктов, да, но из них максимум 4 в бутылках. Это пакеты для людей, которые хотят пользоваться продуктом. Они дают определенные бонусы, но есть определенные ограничения по маркетинг-плану. Немножко позже я вам об этом скажу. А ну, для кого, по большому счету, это не так важно. Есть бизнес-пакеты, да, их три. Они разные. Здесь цена плюс-минус тоже отличается. Они дают по 500 пунктов. Все товары, которые вы покупаете, они имеют пункты. В среднем приблизительно это 7, один пункт это 1 злотый. В Украине это примерно 7 гривен. Вы можете перевести там кто в свою валюту, кому как удобно. Здесь более выгодные пакеты получаются, если вы их стартуете. Они самые популярные у нас в нашей стране. И есть такие серьезные бизнесовые пакеты, которые включают в себя больше продукции, они более выгодны, вам продукты получаются более выгодные. И они включают еще в себе бонусные билеты на события. Да, здесь в первом пакете за $305 у вас 3 билета, а за $610 у вас 10 билетов на такие события. Билеты стоят по $15, но если вы стартуете и серьезно нацелены работать, то вы можете рассмотреть эти варианты старта. Да, если вы планируете посещать события. Да, люди, которые хотят строить бизнес, конечно, они будут посещать события. А, собственно, есть еще очень такой интересный момент, когда вы начинаете пользоваться этой продукцией, то четвертый месяц, если вы подряд покупаете на 500 баллов, да, это примерно $120, то у вас есть возможность получить бесплатно два продукта, два день и ночь. То есть это еще на ту же сумму, на $120 вы получаете подарок. Это приятно, и каждые 4 месяца вы получаете снова и снова эти бонусы. В общем, получается в год, если продать эти товары по розничной цене, вы можете бонусами заработать $525. Вот, я думаю, никому не помешает лишние $525. Или кому-то помешает? Нет, никому не помешает. Дело в том, что когда компания заходит в страну, они, как правило, приспосабливаются к менталитету страны. И я уверен, что DoLife идет навстречу нашим, да, людям. И я знаю, что для Украины сейчас сделали личную активность, понизили. Это не 500 баллов бизнесовая, а 400. Возможно, они пересмотрят и сделают какую-то другую цифру. Да, но все заинтересованы в росте. Поэтому как бы наши топ-лидеры общаются напрямую с руководством и как раз эту информацию нам доносят. И активность клиентов
клиентская, она снижена с 250 до 200. Возможно, я слышал информацию, что могут еще снизить. Вот, ну, опять же, посмотрим. Дорога члена клуба. Если вы пользуетесь продукцией, если вы получаете бонусы, что предлагает вам DuoLife? Да, то, о чем я говорил. То есть вы следите за своим здоровьем, вы занимаетесь саморазвитием, да, и вы зарабатываете какие-то деньги. Дополнительный доход, я думаю, нужен всем. Какие есть бонусы в компании далее? Если есть такой быстрый бонус, то есть за каждого приглашенного человека компания вам будет платить быстрый бонус. То есть если вы пригласили человека стать клиентом, он выбрал первые два пакета, то есть на $92 или на 117, вам компания за это заплатит $12. Ну, приятный бонус, почему бы и нет, правильно? Если вы пригласили человека на то, чтобы он стартовал на бизнес-пакет, то вам компания заплатит за это $25. Если человек стартует на пакет на $305, да, то компания с этого пакета вам $50 выплачивает, из максимального 610 выплачивает $100. Это неплохие бонусы, я думаю, что они никому лишними не бывают. Если вы в месяц приглашаете в компанию порядка 3-4 человек, то вы уже можете претендовать на то, чтобы вам продукт был бесплатен. Ну, потому что есть еще бонусы с глубины. Если вы это делаете, если вы пригласили троих людей в компанию, да, то вы выходите на первый уровень, вы получаете 5% с первого уровня, с этих людей, да, и это выходит 18, ну, почти $19, 5%. Это уже второй вид бонусов, да, 5%. Если вас, ваши люди продолжили делать то же самое, да, вас дублицировали, то со второго уровня вы тоже получаете 5%, это уже $56, да. Если вы углубляетесь и так далее, уже с третьего уровня $168, с четвертого уровня $506, с пятого уровня $1500. То есть, в общем, если посчитать, то общая прибыль по этому виду дохода, да, выйдет более $2000. Это если заполнится, скажем так, все пять уровней, то есть если каждый будет дублицировать друг друга. Как правило, это идеальный пример, не всегда получается так, потому что кто-то придет просто клиентом, никого не будет приглашать, но эта цифра в любом случае будет расти. Если вы планируете развивать это дальше, как бизнес, да, если вы станете не просто там клиентом, да, который пригласил каких-то людей, а будете развивать и обучаться, и посещать мероприятия, то, конечно, ваши финансовые возможности будут расти. Если у вас три активные линии, помните, я говорил, да, то 5% вы будете получать. Если вы просто клиент, то 2,5%. Кому это понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. Потому что если вам что-то непонятно, вы можете задавать сразу же вопросы. Если понятно, ставьте плюсик. Вы знаете, мы пришли сюда вроде как с опытом, но у нас было много вопросов по маркетинг-плану, и эти вопросы мы задавали. Поэтому это нормально абсолютно. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте или же записывайте на листик, потом свяжитесь с тем человеком, кто вам дал эту ссылку или эту запись этого мероприятия. Если у вас есть три активных линии, то есть вы сделали первый уровень, вы получаете 5%, да, это вы становитесь лидером группы, то есть вы сделали первую квалификацию. Если ваш товарооборот превысит 8000 баллов, да, пунктов, напомню, что 1 балл – это примерно 1 злотый, это примерно 7 гривен в Украине, то примерно, как правило, чтобы выйти на этот уровень, в вашей структуре должно быть около 20 человек. То еще параллельно к этим 5% добавляется еще один бонус. Да? Вы будете получать 6% от товарооборота своей структуры. То есть это примерно там, от $250 у вас будет на этом уровне. Ну, это уже такой неплохой доход, как бы дополнительный, может быть, к вашей основной деятельности у вас есть. Если вы работаете дальше, да, вы помогаете вашим людям делать то же самое, то ваш товарооборот в вашей структуре может вырасти до 25 тысяч баллов. В таком случае вы выходите на уровень 10%, да, то есть у нас получается, вы получаете 5% до пятой глубины, само собой, разумеется, плюс добавляется еще 10% со всей структуры. И здесь работает правило, если под вами появляется кто-то, который вышел на 6%, да, то есть тим-лидер, то вы получаете разницу. Компания не может платить дважды с одного и того же оборота. То есть я думаю, вы понимаете, что ну, с воздуха деньги не берутся, то есть вы получаете разницу. Поэтому, ну, чтобы вы понимали, да, но примерно в таком
На таком уровне люди зарабатывают там более 625 долларов, то есть, как правило, здесь уже 2000 долларов приближается. Да, на этом уровне открывается автопрограмма, и вы можете взять Jaguar, причем автопрограмма без обязательств, то есть вы берете Jaguar и заливаете его бензином. Есть определенные ограничения, то есть вы не должны проехать больше, чем 30 тысяч километров, и вам компания будет менять резину, платить страховку, вы только катаетесь на брендированном авто. Я вам немножко позже покажу цифры, которые уже, количество автомобилей, которые уже выдано. У вас также есть возможность здесь взять Mercedes А-класса, CLA или GLA. Вы можете взять этот Mercedes в лизинг, компания будет вам оплачивать лизинговые платежи, и через 3 года эта машина будет ваша. Если в случае с Jaguar вы ее просто берете в аренду на год, да, катаетесь, то в случае с Mercedes вы можете через 3 года, это будет абсолютно ваш Mercedes. То есть вам на выбор дается такие два варианта. Когда мы были в Польше, да, мы видели эту огромную парковку. Здесь вот каждый месяц вручается порядка 10-12 автомобилей. И это можно посмотреть в интернете. Вот так выглядят презентации, DoLife. Вот цифры, сейчас уже более 100 человек получили Jaguar и Mercedes. На Jaguar я знаю, что там определенная очередь уже образовывается, да, потому что очень быстро партнеры выходят на такие квалификации. Вот. В Украине у нас автопрограмма будет работать, возможно, будут немножко другие автомобили. Я слышал про Range Rover, но пока официальной информации нет, поэтому не хочу быть голословным. Но 2 сентября у нас будет в Киеве мероприятие. Я вас всех приглашаю, потому что там вы узнаете о программе 90 дней. Это очень такая серьезная программа для людей, которые хотят быстро стартануть. И также вы узнаете информацию по запуску. Также на этом уровне вы получаете путешествия. Да, я думаю, что многие люди хотят путешествовать, а если путешествовать за счет компании, это прям вообще классный бонус. Поэтому на этом уровне уже вы чувствуете себя комфортно. Вы едете на хорошем автомобиле, плюс у вас есть один раз в год путешествия, и плюс ваш доход там порядка 1000 долларов, это уже неплохо, особенно для Украины. Более чем 60 человек уже получили такое путешествие, да, такую возможность в DoLife, и эти цифры постоянно растут. Если вы делаете квалификацию 50 тысяч пунктов, да, то вы региональный менеджер, 100 тысяч пунктов – это сеньор-менеджер и так далее, то есть ваши доходы растут, и, соответственно, и ваши награды, бонусы растут. Да. На регионального менеджера вы получаете еще очень классную путевку на двоих со своей второй половиной, вы можете поехать, отдохнуть, то есть вы по большому счету два раза в году будете отдыхать в DoLife. Вот, карьерная лестница на этом заканчивается, и если посмотреть дальше, то у нас есть генеральный директор, его товарооборот больше чем 1,5 миллиона баллов, и у меня есть классная новость для вас, потому что в компании всего лишь один такой генеральный директор, это Томаш Забава, это человек, который его признавали вот как генеральным директором, как раз когда мы были в Польше. Это было в начале прошлого месяца. И у меня еще одна классная новость. Этот человек будет 2 сентября в Киеве. То есть вы сможете перенять опыт человека номер один компании, который приедет с вами поделиться, как он это сделал, да, и даст вам четкие инструкции, четкие руководства, что и как нужно делать. Поэтому, ребята, обязательно будьте в Киеве 2 сентября. Есть еще следующая премия, очень классно, нас она прям очень смотивировала, это то, что называется иногда быстрым стартом компании, но обычно в компании быстрый старт он дается один раз. А здесь компания мотивирует вас включаться по полной, потому что есть такое выражение «успех любит скорость». И многие люди, которые занимаются бизнесом, они понимают, что если ты, извините за выражение, тормозишь на старте, то, как правило, потом тебе очень тяжело будет разогнаться. И ту историю, которую вы создаете в бизнесе, в начале бизнеса, да, там первые 3 месяца, она потом продает вас, ну, в кавычках продает, да, ваш успех остальным людям. И поэтому компания мотивирует, если вы делаете первый уровень тим-лидер за 40 дней, то с момента старта, да, то вам компания платит 370 долларов бонуса сверху. Если вы делаете уровень за 90 дней, то это 750 долларов, да, и так далее, и так далее. То есть, в общем, если вы
сделаете все эти квалификации за 912 дней, то есть станете ну, как раз вот этим генеральным директором, то вы можете получить суммарно 126,5 тысяч долларов. Это очень такие приличные деньги, считаю, помимо остальных бонусов, повторяюсь. То есть здесь очень можно серьезную, если пересчитать, то это выходит более 4 тысяч долларов каждый месяц. Вот. Кого мотивируют такие цифры, ребят? Напишите, меня мотивируют. Хочу от вас услышать обратную связь. Меня лично мотивирует. Особенно, когда ты понимаешь, что это не требует каких-то серьезных вложений, это не требует от тебя каких-то рисков огромных. Конечно, конечно, нужно много трудиться, конечно, нужно работать над собой. Да, нужно много слышать «нет», но это того стоит. У всех людей, которым мы спрашивали на высоком уровне, они говорят, что, знаете, ну вот если у них спросить, что вы бы поменяли, они, это я сейчас говорю в общем о индустрии, все люди говорят, мы бы не тормозили на старте, мы бы больше делали работы на старте. Поэтому, ребята, давайте не профукаем вот этот момент старта, потому что это очень важный момент. В общем, если у вас в команде где-то 5-10 человек, то вы можете получить бесплатные продукты. Да, обучение бесплатное, продукты, какие-то подарки. То есть, если вы пригласили 5-10 человек, не обязательно вы, но в вашей команде. Если в вашей команде 20-25 человек, то у вас уже может быть неплохой дополнительный доход, там до 500 долларов в месяц, и это может здорово дать вам хорошую мотивацию, уверенность в том, чтобы продолжать этот бизнес. Когда у вас в команде более 60 человек, да, то ваш доход может приблизиться к 1000 долларов, у вас есть возможность взять автомобиль от компании, и вы сможете путешествовать. Да? Но когда у вас больше 100 человек, то, как правило, вы уже 100% на автомобиле, у вас уже будет два путешествия в году и так далее. Соответственно, чем больше количеству людей вы расскажете о этой возможности, тем больше вероятность, что вы сможете создать очень серьезный результат и хороший источник дохода. Известная фраза Эйнштейна, да, что самая большая глупость – это делать то же самое и надеяться на другой результат. И я когда-то слышал определение безумца, да, то есть определение сумасшедшего, это как раз тот человек, который делает одно и то же и надеется получить другой результат. Зачастую, когда мы ходим на работу, но мечтаем о каких-то автомобилях или путешествиях, да, но за последние 5 лет у нас ничего не поменялось, то, как правило, ну, это вот мы приближаемся к этому безумцу. Очень важно это обучение в компании, да, это как раз отдельная такая отдельный фактор, о котором я говорил, да, и компания DoLife, она сотрудничает с лучшими тренерами в Польше, да, и нам посчастливилось быть на мероприятии лидерском на LDS и быть на этом тренинге. В какой-то момент я почувствовал себя, ну, как на тренинге Тони Робинса, потому что происходило в зале, ну, какое-то волшебство. Мне тяжело это передать, но, ребята, на такое мероприятие нужно поехать. Мы планируем нашей командой ехать в середине ноября в Польшу, некоторые уже делают паспорта. Сегодня моя жена бронировала жилье в Польше, поэтому, ребята, кто серьезно нацелен на бизнес, обязательно там нужно быть. Без этого будет очень тяжело построить бизнес. Да, есть программы на CD, есть много информации, некоторая информация, понятно, присутствует уже и на русском языке, но, конечно, пока еще нужно подождать, да, работу еще нужно сделать много, чтобы она появилась на русском языке. Какие инструменты предлагает DoLife? Да, построение отношений, то есть разные бизнес-клубы, клубы здоровья, да, то есть это то, что мы можем сделать, то, что есть уже в DoLife. Лучшая форма действия, то есть это DoLife онлайн, да, это тот инструмент, который нас ждет скоро на русском языке. Я не буду забегать наперед, 2 числа об этом будет новость, и есть вот такой вот сайт, DoLife онлайн, да, навигатор DoLife. Кому интересно, вы спросите, вам дадут ссылку. Он пока еще нету его на русском языке, но это очень серьезный инструмент, обучающий, который поможет двигаться еще быстрее. Конференции «Живи осознанно» первая прошла в Киеве недавно, они будут проходить регулярно, да, вы сможете приглашать людей, и большинство людей заинтересуются не только даже продуктом, они поймут, что на таком продукте можно заработать деньги. Инструмент – это BDS, это Business Development Seminar, это семинары, которые проходят ежемесячно в Польше,
Если у вас есть знакомые там, приглашайте обязательно, пусть посещают. На этих семинарах количество людей постоянно растет. Это то, что нас тоже мотивирует. Потому что если зайти в группу Facebook и посмотреть на фотографии, которые были полгода назад, то там было меньше человек, меньшее количество людей, да, то последнее мероприятие уже больше 1000 человек там собирается. И это говорит о том, что компания постоянно развивается, постоянно растет. И есть ЛДС, это такие трехдневные семинары, о которых я говорил, которые нужно посещать, если вы планируете здесь серьезный рост. Такой ближайший семинар будет в ноябре, я вас туда приглашаю. И, собственно, основная задача – это найти 3 человека, да, и привести их на такие события, грузить. Конечно, это все идеализировано, да. Если вы хотите преуспеть, вам не нужно приглашать всего лишь 3, вам нужно как можно большее количество людей пригласить, потому что статистика – такая упрямая вещь, она сработает все равно, вы найдете тех ключевых партнеров. Поэтому нужно как большее количество людей пригласить на эти события, а люди уже сами примут решение, интересно или неинтересно. Вот результаты, которые показал DoLive за последние годы, да, которые уже прошли, это количество премий, количество бонусов, которые выплатила компания DoLive за последние 2 года. Более чем 700% роста за последние годы в компании, это очень такой серьезный показатель. Польша, она становится очень узнаваемой. У нас есть знакомые в Польше, которым мы рассказали о DoLive, и буквально на следующий день мне позвонил мой знакомый, говорит, ты знаешь, я сегодня вышел на улицу и сразу же увидел Ягуара DoLive. Это его очень здорово замотивировало, сейчас он наш партнер. Компания запускает новые продукты, открывает новые страны. Многие из вас, наверное, имеют сейчас знакомых не только в Польше, да, в Европе и в разных странах сейчас уже начинается бизнес. В Германии, например, да, недавно была презентация. В других странах начинается бизнес DoLive, вы можете туда человека пригласить. Вот. Новая линейка продукции мы уже успели заказать, успели получить. Еще, честно скажу, не успели опробовать, потому что столько всего нужно сделать. Это такая экологическая химия. Сложно назвать ее экохимией, да, потому что она на основе бактерий. Есть 4 формулы. Это чистящее средство для окон, сантехники и так далее. Формула Б – это концентрат для удаления камня, то есть в ванной комнате, ну, там, где образуется камень. Формула С – это для поверхностей, которые соприкасаются с пищевыми продуктами, то есть это, как правило, кухня. И формула D – это такое чистящее средство для мягких тканей, мебели, для автомобиля, я имею в виду сиденья автомобиля. Поэтому эти продукты уже появились. Сейчас компания, я знаю, смотрит в сторону и косметики, питания и так далее. Вот. 5 шагов. Ребят, вы еще здесь? Поставьте плюсики, если вы еще здесь. Я уже заканчиваю. Много, очень много слайдов. Хочется вам обо всем рассказать. И, конечно, да, здесь. Я понимаю, что у вас в голове будет определенная каша. Но давайте еще чуть-чуть поработаем, и я вам скажу, что же нужно делать. Да, потому что многих вопрос, что же нужно делать, да, какие мои шаги, расскажите пошагово. И вот, собственно, сейчас я вам расскажу. Очень простые шаги. Первое, вам нужно зарегистрироваться в клубе, выбрать себе какой-то пакет, который вам подходит, да, и пользоваться продуктами, и становиться здоровее. Красивее, конечно. Потому что наша красота – это наше изнутри здоровье. Второе, вы должны пользоваться продукцией, получать подарок каждые 4 месяца 1 или 2 продукта DoLive день и ночь. Да, и ваша задача пригласить в клуб несколько человек. Да, вы можете сами пригласить 5-10 человек, можете пригласить несколько человек и помочь им это сделать. И когда в вашей команде будет там 5-10 человек, вам продукты будут обходиться бесплатно. Поэтому вы очень быстро можете выйти на самоокупаемость в бизнесе. Это задача номер один, я считаю. Если человек начинает, выходит в ноль, любой бизнесмен понимает, что, как правило, это не быстро происходит. DoLive это можно сделать уже в первый месяц. Затем совместно с группой ваша задача найти среди этих 5 или 10 человек, найти 3 ключевых партнера и помочь им. Как правило, не все придут строить бизнес, но ваша задача помочь им сделать то же самое. Да? И тогда вы сможете выйти уже на более серьезный уровень, да, у вас будет там порядка $500 в месяц, и многие люди в Украине, давайте будем откровенны, таких денег даже на работе не всегда получают. Вот, поэтому это неплохие, даже не могут быть основные деньги.
Далее ваша задача становиться лидером, да, потому что если у вас уже есть такая команда, вам нужно уже брать на себя определенную ответственность. Это всегда не просто, но благодаря инструментам и мероприятиям обучающим это сделать проще. Да, и если ваша команда будет расти, вам заинтересованы ваши верхние спонсоры, ваши вышестоящие наставники. Именно поэтому хочу обратить вас быть активными в чатах, потому что наши вышестоящие спонсоры постоянно работают для нас, они делают презентации в разных городах, делают онлайн мероприятия, вебинары. Вы сможете связать своих людей со своим вышестоящим наставником, и он заинтересован помочь вам, потому что он финансово в этом заинтересован. Вот. Ну и пятое, конечно, когда у вас уже есть команда, вы получаете действительно хороший доход, у вас уже есть автомобиль от компании, вы путешествуете, и здесь уже вы можете, конечно, бросить то дело, чем вы занимались, если вам нужно, да, если вы, допустим, устали от начальника на работе. Вот, собственно, здесь хочу вас, наверное, в конце смотивировать немножко, да, потому что этот моментум, который происходит, да, есть здесь цифры, можете посмотреть, это такой итог, да, то есть у нас есть стабильная позиция в мире, уже узнаваемая компания в Европе, несмотря на то, что ей только 4 года, новая фабрика, куда вложены деньги, более чем 500% роста, да, и больше чем 1,5 миллиона долларов выплаченных комиссионных. Новые линии продукта, Vidualife на этом не останавливается, экспансия в Европу и мир, и сейчас идет речь даже о Америке, кто в курсе, это такой очень требовательный рынок, и туда не так просто войти. Уникальная автомобильная программа, потому что действительно здесь Vidualife, ну, есть много программ автомобильных, но, как правило, они имеют определенные ограничения. Здесь Vidualife вы можете вообще не беспокоиться, брать просто машину, кататься на ней, ваша задача просто удерживать оборот. Вот и все. Эксклюзивные инструменты, действительно, то, что сейчас делает Vidualife на рынке, это передовые инструменты, поверьте, мы много всего изучали. И этот навигатор онлайн, да, то есть Vidualife онлайн, очень современный инструмент, и Vidualife работает с лучшими на рынке, да, и те инструменты, которые сейчас ждут нас на русском языке, это просто, ну, передовые вещи, поэтому глупо не включиться и не начать работать. Это вот как бы мое мнение. Еще раз подведу итог. Вы можете стать просто членом клуба, потребителем со скидкой. Вы можете стать человеком, который создаст себе дополнительный источник дохода, там до 500 долларов. А можете стать предпринимателем и получить все бонусы от компании, получить автомобиль, путешествия и очень хороший стабильный доход. Вот. Хочу закончить, наверное, первым слайдом, с которого я начинал, да, о том, что у каждого из нас есть свои цели, свои мечты, каждый к чему-то стремится. Вспомните о ваших мечтах детских, зачастую это самые сильные мечты. И если вы увидели здесь в Vidualife хоть немножко того, что вас зацепило, я вам рекомендую в ближайшие 2 дня, максимум 2 дня, связаться с человеком, который вас пригласил, который дал вам эту информацию, задать ему вопросы, попросить дополнительную информацию изучить и стартовать как можно быстрее и приехать на событие, которое будет 2 сентября в Киеве. Если вы не сможете приехать на это событие, то обязательно задайте вопросы человеку, который вам дал информацию, свяжитесь с тем человеком, который вам может дать больше информации, если этот человек новичок. И стартуйте незамедлительно, потому что пройдет 5-7 лет, и поверьте, вы будете видеть на каждом перекрестке в крупном городе автомобиль от компании Vidualife, и это произойдет, потому что в Польше это уже происходит. Поэтому, ребята, не упустите эту возможность, мы знаем, о чем говорим, именно поэтому мы оставили определенные возможности, у нас была структура более 1000 человек в немецкой стабильной компании, именно поэтому мы пришли сюда. Поэтому, ребят, всем спасибо за внимание, всем хорошего вечера, увидимся с вами на мероприятиях компании, обязательно 2 сентября в Киеве. Всем пока-пока, спасибо за внимание.